Всем привет, ребят! Ну что, настало время открытия кучи плюх с базара, который мы сегодня внесли. И реально сегодня было дофига интересного. Также у нас есть такой вот бонус в честь обновы, я так понял, дали 2 дня. По 20, смотрите, 20 плюс 149. Что-то 2 раза по 20 дали одинаковых. Ну, и на этом спасибо. Наверное, дали для того, чтобы попроходить и пособирать эмблемки, которые теперь можно получить без доната. Окей, посмотрим, или дадут это на русском сервере. Так, ну что, поехали, посмотрим, что у нас есть лишнего. Подокачиваем, пооткрываем плюхи, сумочки. Так, отсюда у нас... Не могу смотреть на этого уже героя. 120 яиц. Землероя, короче, нападало просто жесть. Не спрашивайте даже сколько. Мы еще сейчас вытащим дофигища. Так, и сможем сразу же кролика прокачать. Отлично. Так, кролик. Что я сюда полез? Где наш кролик? Так, 35, 35, 35, 35, 34. Вы 31 качнем. Качнем. Отлично. Так, есть. Поехали дальше. Первый сундучок. Хорошо. Так, вторые сундуки. Что отсюда нам падает? Кристаллы. Карты, и больше такого ничего интересного. Мне кажется, мы даже все не откроем, потому что нам не хватит. Хотя вот хорошо, что у нас сейчас камней нападает. Нам на прокачку надо будет очень много камней. Это однозначно плюс. Куча всего. Да, давно я уже говорю на сардельке, на китайке, на ките не открывал плюхи. Куча всего накопилось. Точнее, сегодня куча всего накопилось. Так, ну что, карта, в принципе, с десятки падает. Вот видите, в последние разы не упал. Так, что это у нас за сумочки? Раскол получили, отлично. Так, открываем. Это вторые, здесь можно нормально. Так, еще раскол. Нормально получить топовые эмблемки, отлично. Это фигня. Так, третья, тысяча, четвертая. Четвертая, тут нам красных кристаллов надают и книг, это хорошо. Тут нам, точнее, там красные кристаллы, тут на прокачку. Так, давайте вот эти откроем. А, это у меня остались. Была акция за один самоцвет, нам повыдавали дофига всего. На русском сервере, к сожалению, этого нет. Ууу, ничего себе. Видали, как повезло нам. Лаки, лаки, ничего себе, еще раз повезло. Так, здесь у нас падают скины на здание. Вот сможем подкачать немножко силушку. Это тоже хорошо. И космо. Еще космо там у меня тоже и хвалом уже.
Так, отлично. Поехали. Поехали дальше трешивать. Так, интересно, интересно, сколько у нас кристаллов. Но думаю, нам должно хватить на прокачку. Так, судя по всему, у нас уже лимит кристаллов. Сейчас, по-моему, желтых, скорее всего. Да, лимит желтых кристаллов. Хорошо, что нам смотрители говорят. У нас, по-моему, здесь они максимальные прокачки. Если я не ошибаюсь. 48, да. Так, хорошо. Это радует. Так, поехали скины. Отлично, скинов мы тоже нахватались. Так, это мы не можем открыть. Это нам, в принципе, все остальное открывать не особо и надо пока что. Так, хорошо, поехали, прокачаем. Плюс 3 еще здесь. С ума сойти. Так, вот это радует, то, что мы теперь можем. Отлично, на максималку хватило. Тут, к сожалению, на максималку нам не хватит. Ну, это хорошо. Так. Ну, хоть по-человечески теперь будут выглядеть. Так, отлично, Фрейя. Все, остальные все. Получается на максималке. Блин, интересно будет посмотреть на скин хранителя, что он будет делать, как он будет выглядеть. Так, отлично. Таблетки там у нас, по-моему, еще были. Стрелковые башенки. Значит, маловато сундучков здесь дают. Ну. Неплохо так мы силу подняли. Так, ну вроде как бы все. Сколько там сила у нас поднялось? 642, 649. Нехило, да, ребят? Такс. Давайте еще попробуем. Нету пока, к сожалению, скина. Так, 145 коробок у нас опять накопилось. Попробуем словить. Получится, не получится, хотя бы коробок с 15 откроем. Хотелось бы словить еще новый талант, посмотреть все сборки с исцелением, как герой будет хилить себя. Конечно, если же опять же выбьем новый талантик. Чару-то мы уже получили. Правда, четвертую. Этого, в принципе, хватает. Там отхил неплохой. Усиление отхила. Теперь интересно еще словить талант, потому что эмблем пока нету. Но это опять же, это все временно. Скоро они будут. Но рандомчик.
видите, вообще шансов не оставляет никаких. Еще не знаю, сколько времени надо будет убить на героев, на прокачку 13-х и ресурсов. Ну, по сути, ну, относительно камни как бы есть, кулаки есть. Все войдет в ЗП-шки. Вопрос. Ну, книги для этого, в принципе, тоже есть. Как видите, просто тупо не хочет падать. Он дает понижение урона на 40% и отхил на соточку. Увеличивает. Плюс, если чару такую же поставить, вот эту в паре, они будут... Ну, если они суммируются, будет горячая смесь. Плюс исцеление эмблема, я думаю, это будет вообще топчик. Ему немножко отхила. Считайте, у него пониженный плюс отхил. Я думаю, такая пачка будет реально тут очень долго стоять. 100% это как восьмая. Это получится там 100, там 100. 300% отхила это нечто. Я не думаю, что... Ну, некоторые герои, конечно... Хотя, смотря как будет реализирован пробив вот это ограничение, но я думаю, это реально будет жесть полная. В общем, посмотрим. Так, мы должны были паролить пару коробочек. В итоге, как видите, пока что не хочет падать. Но это пока что. Ложный. Так, раскол. Раскол мы кому-то на архи влепим. Вот сюда мы поставим пока раскол. Блин, что-то вообще печально, ребят. Не хочет ничего падать. Падает, но все не то, что надо. В общем, надо начинать садиться, качать прорыв героя. Кого мы в предыдущий раз? А, маскировку выбивали. Там в среднем где-то, если не ошибаюсь, 250, то ли 300 коробок было. Уходило. Тут я смотрю, мы уже слили свыше 300, даже больше, наверное. И, к сожалению, пока все очень глухо, ребят. Сложно его словить. Но я думаю, он все равно где-то падает. В общем, пишите комменты, лайки, репостики, все как всегда. Ждите следующих обзоров. Всем удачи, всем пока.